Что такое Интертоп? Я в данном случае буду говорить не только о сети одноименных магазинов, но о большом бизнесе. Это украинский бизнес, который известен, не побоюсь этого слова, далеко за пределами нашей страны. И крупные бренды, лидеры в своих категориях, в нашем сегменте, думая о том, чтобы выйти на наш рынок, обращаются уже к нам. То есть имидж компании такой, что к нам обращаются, говорят, да, мы хотим открывать магазины с вами. Сейчас бизнес Интертоп, это уже 23 года опыта, 13 розничных сетей, причем все эти сети как раз объединены программой лояльности, о которой я буду вам рассказывать. Это очень разные клиенты. Вы понимаете, что клиент Armani Jeans и клиент Интертоп, он не всегда один и тот же, это разные сегменты, но тем не менее. Мы успешны в двух странах. И это тоже одна из немногих историй успеха, когда украинский бизнес выходит на другой рынок и становится там лидер. Потому что в Казахстане Интертоп – лидер рынка обуви. Итак, Интертоп плюс. Если кто-то пришел сюда, в эту секцию, и думает, что он научится, как строить CRM или программу лояльности, я хочу сразу вас расстроить. За 20 минут ни один спикер, даже такой гениальный, как Дима и Юля, не сможет вас ничему научить. Основная суть заключается в том, что вы сможете узнать инсайты, которых еще не написаны в книге. Кто читал книгу Безоса про Amazon? Поднимите руки, пожалуйста. Почитайте. Вот я вижу мало рук. Почитайте. Про Интертоп книга еще не написана, поэтому моя задача здесь вам рассказать, как-то вдохновить. Мы все вместе с вами должны развивать этот рынок и в конце концов сделать нашу страну номер один во всем мире. Итак, Интертоп. Чем интересен наш опыт? В 2000 году Интертоп один из первых запустил программу лояльности. 17 лет в этом году уже опыта есть у бизнеса в построении программ лояльности для клиентов. При этом мы прошли все круги ада, все вообще всю классику. От дисконтной программы, дисконтно-накопительные, градации, карты разных 5, 10, 15% и так далее. С чем в итоге столкнулись? Да, мы столкнулись с тем, что следующий этап развития, это произошло 5 лет назад, следующий этап развития невозможен, потому что украинцы и особенно клиенты Интертоп, это очень умные люди, они знают и считают деньги, и они понимают, что лучше иметь карточку 15%, правильно? Соответственно, покупать 7 вместе на эту карту. И когда мы начали пытаться строить персональные коммуникации, мы столкнулись с тем, что это невозможно. Я отправляю письмо Диме, вижу, что он покупает много женских туфель на каблуке, он не реагирует. Понимаете, потому что покупает его соседка, Анечка, а Анечка не получает сообщения, понимаете? И вот в этом была проблема. То есть у нас начались проблемы с тем, что клиенты звонят, отключите меня от рассылки и так далее. В итоге мы перешли на бонусы. Переход на бонусы 5 лет назад в нашем сегменте, это был такой революционный подход. Вот я здесь вижу где-то Аню, она как раз у нас в этот период работала. Привет. Мы боялись страшно, потому что забрать у клиента карту со скидочкой и сказать ему, вы знаете, вот у вас будет бонус, они там начислятся на-на-на в соответствии с законом Украины обо всех этих делах, о защите прав потребителя, подождите. Ну, это сложная история. Поэтому мы, опять же, думая о клиенте, придумали такую схему. Мы в момент начисления бонуса сразу же показывали клиенту, как это работает. Вот возьмем, опять же, условного Диму, да, которого весь дом или весь офис покупали на его карту. Нам нужно забрать у него карту. И в этот момент мы начисляли ему бонусы на всю сумму покупок за сезон. Дима счастлив, он с удовольствием отдает эту карту. У нас были клиенты, которые после обмена приходили, покупали себе обувь на всю семью. Кто-то покупал платье в Марко Поло. Ну, то есть это процесс, несмотря на то, что мы так подготовились, мы так боялись расстроить наших клиентов, что мы сделали на самом деле их действительно счастливыми. В итоге, без цифр ничего там невозможно, да, потому что в итоге цифры показали рост первый же год базы нашей в 10 раз. То есть наши коммуникации стали в 10 раз лучше. Мы наконец-то смогли достучаться до той Ани, которая покупала по карте Димы. Условия программы бонусной.
Самое главное условие, когда мы тоже это все продумывали, самое главное всегда думать о клиенте. Я думаю, что вот особенно в тот период было очень много сложных схем. Покупаешь это, бонус такой, здесь туда, 8 сносим, 7 выносим. Это все очень сложно. Мы сделали максимально простые условия. Бонус действует на все. Вы покупаете товар распродажу, на сумму доплаты мы начисляем вам бонус в любой период. Почему это очень хорошо сработало? В нашей с вами стране достаточно часто бывают кризисы. Так случилось. Кризис — это что? Это период, когда клиенты нервничают, соответственно, покупатель, индекс потребительских настроений падает, мы покупаем меньше. И что делают бренды? Бренды делают скидки. То есть в нормальном сезоне 6 месяцев, обычно распродажа 1 месяц. У нас до сих пор есть конкуренты, у которых только зашла новая коллекция, они уже делают скидки. Соответственно, дисконтная программа в этой системе не работать не будет, потому что скидки что? Не суммируются, да, это все знают, золотое правило. И именно поэтому так хорошо сработали наши бонусы. Простые условия, понятные клиенту, это легко продавать кассирам. Это легко продавать продавцам. Но на этих простых условиях далеко не уедешь, правильно? Нужны какие-то дополнительные привилегии и фишки. И у нас есть целая серия, огромное количество всяких привилегий, которые получают персонально клиенты, которые нам интересны. Вот на прошлой неделе, например, у нас была вечеринка в честь 50-летия бренда Marco Polo. По всему миру идет празднование. Украина первая открыла эту серию вечеринок. Мы пригласили топ-100 лучших клиентов Marco Polo. Это было очень интересно, потому что мы звонили, приглашали, клиенты в восторге. Их приглашают на классную вечеринку. Более того, два клиента пришли и говорят: о, так это же мой дружбан, мы с ним вместе ходим на карате. То есть они на нашей вечеринке узнали, что они оба VIP-клиенты Marco Polo. Таких вещей мы делаем очень много. У нас там есть серия каких-то мастер-классов для детей в Интертопе, серия каких-то простых вещей, когда, например, мы делаем персональное предложение клиентам, смена набоя, какие-то дополнительные сервисы, которые им будут приятны и полезны. Вот эта вещь очень банальная на самом деле, и Дима вот хорошо, что с Юлей показали, но ничего не работает лучше вот сейчас, чем поздравление с днем рождения. Это самый эффективный триггер, и это самая конверсионная акция. Знаете почему? Потому что поговорить о себе любимом, да тем более в свой день рождения, любят все. Мы отправляем тоже это сообщение заранее, и клиент очень хорошо реагирует. Казалось бы, ну, вроде бы здесь ничего удивительного вообще нет, но вот на мой день рождения, а я везде оставляю свои данные, когда дату рождения, вот ничего не скрываю. На мой день рождения в прошлом году, в этом году еще не было, вот надеюсь, что будет, поздравят меня. Меня поздравил только один украинский бренд. Один из всех. И я просто, ну при этом американские магазины интернет, в которых я покупаю, конечно, завалили меня своими ценными предложениями с бесплатной доставкой по США. Мне это очень было все приятно. Но суть не в том, что простые вещи, казалось бы, они по-прежнему хорошо работают. Когда прошел год, уже мы отпраздновали первый год нашей программы лояльности, мы запустили такую триггерную рассылку «Мы год вместе». Клиентам начисляли бонусы, мы столкнулись с тем, что клиенты нам перезванивали и спрашивали: это правда, что вы мне начислили бонус за то, что я с вами год? Потому что они думали, что какой-то, знаете, развод, вы выиграли автомобиль или что там еще любят сейчас рассылать. Это были настоящие бонусы, и эти клиенты вот сейчас в этом году мы их будем поздравлять с тем, что они с нами 5 лет. Они до сих пор с нами 5 лет, и они до сих пор являются нашими ценными клиентами. Персональные акции и предложения. Они действуют для избранных номеров карт. И здесь очень важно правильно подобрать интересное предложение для каждой аудитории. Например, есть сегменты, чувствительные к цене. Им нужно делать предложение, которое сработает для них. Ну, то есть это должно быть ценовое предложение. Но есть клиенты, например, клиенты Armani. Armani Exchange, Armani Jeans или на Papiri. Они любят статус и престиж. Вот для них мы делаем, например, у нас очень классно сработала акция, когда мы делали на Папире глинтвейн пати перед поездками на горнолыжные курорты, да, потому что это сильный сезон для бренда. Клиенты приходили, пили глинтвейн, веселились. Это было, вот для них это было приятно. И вот в таких условиях расслабленных они прекрасно совершают покупки, хотя мы не говорим им: приходите покупать. Мы говорим: мы приглашаем вас на глинтвейн пати. На самом деле механик может быть огромное количество.
Здесь только вы можете регулировать, какие они могут быть. Основная задача заключается только в том, что вам нужно правильно сегментировать базу и отправлять клиенту предложение, которое ему интересно. А, знаете, есть такая хорошая поговорка, еще бабушка мне говорила, что для немца хорошо, для русского смерть. Вот это как раз тот случай. Если клиент покупает классическую обувь, то предложение по каким-то нестандартным вариантам или какой-то casual для него хуже сработает. И вот здесь мы очень, очень тщательно сегментируем эффективность. Вот правильно говорили как раз предыдущие спикеры. Чем глубже и тоньше вы будете сегментировать, тем лучше. Конечно, здесь в помощь вам будет современный суперклассный софт. Чем лучше система, тем больше у вас инструментов. Но даже если вы представитель небольшого бизнеса, даже если вы в Excel просегментируете и сделаете эти предложения, поверьте, эффективность, ну, она растет в разы. Например, мы делаем там сезоны, босоножки, туфли, балетки. И рассылаем это только тем клиентам, которым это интересно. Конечно, это, опять же, классическая вещь, но любая коммуникация должна соответствовать жизненному циклу клиента. Жизненный цикл клиента, он, знаете, похож на отношения между мужчиной и женщиной. Первый этап привлечения внимания, да, это конфетно-букетный период. Welcome коммуникация, спасибо, что вы с нами, сразу учите, рассказывайте, как, что, какие новости. В период удержания или, мне больше нравится, развитие клиента, да, нужно информировать его о предложениях, но делайте предложения, коммуникации, которые интересны ему. То есть не нужно предлагать там, мужчине, который не покупал, и вы видите по своей карте женскую обувь, какие-то спецпредложения по женской обуви. Да? Вот он не готов еще дарить своей любимой обувь. Дайте ему время. И возврат. Ну, возврат – это вот здесь все средства хороши. Это, наверное, такая тема, как когда пара обращается к семейному психологу. Когда уже нужно спасать ситуацию, здесь основная задача, первое, разобраться, возможен ли возврат вашего клиента. Я приведу очень интересный пример. У нас была клиентка, которая достаточно много покупала, и вдруг она прекращает покупки. Мы ей отправили, конечно, предложение, там, дополнительные бонусы, все, вот, все по классике. В итоге позвонили, потому что самое главное потом уточнить, в чем же проблема. Оказывается, она переехала. Она переехала в небольшой город, где нет магазина «Интертоп». И вот здесь нам на помощь приходит онлайн и мультиканализ, и мы говорим, послушайте, потому что вот с рядом таких клиентов мы проводим телефонное интервью. Послушайте, вы можете заказывать онлайн. Вы знакомы уже с брендами, вы знаете, что вам подходит. У нас есть бесплатная доставка и бесплатная примерка. Вы можете вернуть все, что вам не понравилось. Мы вернули эту клиентку, она покупает у нас до сих пор. Более того, она распространяет уже эту информацию среди своих друзей. Это вот такие ваши адвокаты. Каналы коммуникаций. Здесь о них уже много рассказали. Я только акцентирую внимание на том, что вы должны предоставить клиенту максимально удобный спектр и выбор. Наши клиенты к нам обращаются в любом удобном им канале. Это может быть социальные сети, персональные сообщения, колл-центр, чат, имейл, как угодно. Вот как клиенту удобно, так он и должен с вами общаться. Ваша задача там дальше на следующих уровнях добиться того, чтобы клиент отмечал, как ему удобно получать сообщения. Я сейчас на самом деле очень горжусь тем, что мы сейчас очень точно сегментируем смс-рассылки, вайбер-коммуникацию, и клиент не получает больше. Вот показали там сумасшедшие цифры, вам 200 сообщений в месяц. У нас клиент не получает больше 2 смс или вайбер сообщений в месяц. И у нас сейчас наоборот есть звонки, когда клиент звонит и говорит, добавьте меня во все рассылки. Я говорю, вы знаете, у нас 50 коммуникаций в месяц, вы не выдержите. Они говорят, нет, я хочу получать все, потому что моя вот подружка на работе, она получила, значит, эту информацию, а я нет. Мы говорим, ну она получила, потому что давайте разберемся. Разбираемся, потому что она покупает в магазине X, и там были счастливые часы. Говорю, вы там не покупаете, я приеду, я буду фильтровать сама. То есть мы сейчас, заботясь о вот этом всем информационном шуме, доводим максимально коммуникацию до уровня, когда клиент уже готов сам следить за... Я не знаю, хорошо это на самом деле или плохо, потому что мы вот все время в размышлениях, постоянно что-то меняем, но сейчас вот ситуация такая. По каналам коммуникации, если коммуницируем мы, да, все равно номер 1 это email, номер 2 по-прежнему смс, номер 3 это вайбер. Соцсети, персональные чаты, сообщения и колл-центр, пока это на 4-м месте где-то в равных долях.
Вот пример акции. Очень важно правильно построить цепочку, потому что мы же здесь о бизнесе говорим. Есть каналы, мы как раз протестировали недавно, это вот самая свежая акция, с 10 по 15 она проходила, на коллекцию Skechers. Мы отобрали клиентов, которые теоретически должны быть заинтересованы в покупке вот в этот период в кроссовках Skechers. И сделали такую цепочку. Сначала мы отправили клиенту имейл. Если мы увидим, что он его не открыл, не прочитал, он получает Viber сообщение. И если Viber не сработал, тогда уже уходит SMS. Мы добились того, что количество SMS было минимальным, соответственно, наши затраты были оптимальны в данной акции. Но очень важно, что эта акция принесла нам больше 20% рост в категории. И это большой успех, потому что, видите, всего 5 дней. Следующий этап – это собственный колл-центр. Мы открыли его всего месяц назад. Мы долго к этому шли, у нас были колл-центры классные, супер-классные, мега-крутые. То есть мы их постоянно меняли, выбирали лучше. Но вы никогда не сможете передать свою корпоративную культуру другой компании. Никогда сотрудник другой компании не сможет так обслуживать клиента. У нас сейчас очередь на то, чтобы поработать в колл-центре. Генеральный директор вот до сих пор еще не поработал. Он просит, он говорит, мы говорим, Сергей, в очередь, потому что все хотят качественно обслужить клиента и попасть в книгу об Интертопе, да, рассказать, как они сделали. Результаты. Количество участников на сегодняшний момент у нас больше 1 000 000. На самом деле для фэшн-бизнеса это очень серьезный результат. Доля продаж с картами вообще фантастическая. Она больше 90%. А есть магазины, в которых доля продаж с картами 100%. Это продавцы, это сервис очень высокого уровня, когда клиенты просто не уходят без карты, и они счастливы, что эти карты позволяют им получать определенные привилегии. И NPS, да, тоже не могу не погордиться, им 72%. Омниканальность. Мы пришли к омниканальности как раз именно потому, что мы ценили и любили наших клиентов. Особенно это было актуально. У нас постоянно были точечные... Да-да-да, вижу. 2 секунды. У нас постоянно были точечные вопросы и запросы от клиентов. Есть такая штука в рознице. Если у тебя в каком-то магазине, а у нас их больше сотни, как вы видели, да, и 3 интернет-магазина. Если в каком-то магазине в распродаже у вас осталась пара размера 38 женский, это самый ходовой, то за этой парой женщина с 38 размером не придет никогда. Будет приходить женщина с 37 и говорить, ну что же, где же. И это очень сложно для бизнеса, потому что вам сложно продавать остатки. И как раз здесь мы постоянно делали вот эти транзиты. А в другом магазине есть запрос. Сейчас, благодаря мультиканальной модели, мы делаем резервы, пикапы, мы доставляем клиенту обувь и управляем товаром очень эффективно. Вот у меня есть несколько цифр. Сегодня, вот по состоянию на там, конец апреля, начало мая, доля продаж мультиканальных в онлайн-продаже составляет 50%. Мы выросли год-году на 125%. И это при том, что, как вы знаете, в нашей стране не очень здесь такое-то экономическое чудо произошло. И самое главное, что мы запустили инфокиоски и тач-панели, когда клиент, приходя в розничный магазин, может заказать обувь с расширенного ассортимента, который есть у нас в онлайне. Нас много, присоединяйтесь. Спасибо большое.